Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Любовь в калибре Мануэль Акаранса. 1869 год. Холст, масло, 145 на 100. Творчество Мануэля Акаранса стало заметным явлением в мексиканском искусстве второй половины 19 века. Его работы отличают мастерское владение рисунком и тонкость колорита, а образы часто несут оттенок сентиментализма. «Цветок лилии» – мотив, объединяющий две картины конца 1860-х годов «Любовь калибры» и «Увядший цветок». Несмотря на то, что сам художник не проводил смысловых параллелей между ними, критики посчитали произведение двумя частями одной поэмы. Из оплетенной стеблями растений рамы, окна, юная девушка в белом платье с умилением смотрит на птичку, порхающую у лилии. К груди она прижимает сложенный листок. Возможно, это письмо от поклонника. Во втором сюжете героиня меланхолически взирает на небеса, стоя рядом со сломанным цветком. Лилия традиционно считается символом чистоты и в религиозном искусстве ассоциируется с непорочностью Девы Марии. В данном случае может символизировать добродетель и неискушенность юности и их утрату. Романтический символизм придает жанровым сценам смысл моральной аллегории. Но вот такое описание к картине «Любовь в калибре» Мануэля Акаранса я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира».